Добрый день, друзья! Хотим показать вам, смонтировали мы автоматику Роджер. Хотим показать более конкретно. Мы смонтировали ее на алюминиевые ворота фирмы Alutech Prestige. Вот. Сейчас так сверху более... У них предусмотрены крепления такие. Вот тут мы смонтировали наши привода. Блок управления у нас с платой H70-200AS. Сейчас хотим показать вам программирование этой платы. У нас концевые выключатели стоят в самих приводах. Вот они закрыты, сейчас они сверху тут стоят. Они стоят в самых приводах на закрытие и на открытие. Потому мы в параметрах выбираем режим 72, выбираем, что концевые выключатели у нас не установлены, потому что они у нас подключены не сюда, а прямо в приводах. Ну и остальные параметры тоже нужно пройтись. Процесс программирования заключается в следующем. Кнопка программ, нажали, удерживаем up, еще раз нажимаем, и первая створка у нас пошла открываться. Через 3 секунды заводская установка, пошла открываться другая створка. По достижению у нас получается по концевому выключателю открытия. Мы нажимаем кнопку PROG. Вторая створка дошла, нажимаем кнопку PROG. Через 2 секунды пошло закрываться вторая створка. И еще раз нажимаем кнопку PROG, чтобы пошла закрываться первая створка в обратном порядке. Доходит первая створка, нажимаем, вернее вторая. Входит первая створка, нажимаем программ еще раз. Все, процесс программирования завершен. У нас на дисплее отображается состояние входов. Мы запрограммировали автоматику нашу, теперь хотим показать ее в работе. Пошла первая створка открываться. Пошла вторая створка открываться. В конце цикла. Так же самое замедление в конце. Все, ворота закрыты.